И сейчас о спорте. Главный тренер махачкалинского Анжига Джигаджиев попросил об отставке. Руководство клуба отставку приняло. По итогам прошедшего чемпионата России Анжи занял последнее, 16-е место, набрав 20 очков и таким образом покинул премьер-лигу. Напомню, что Гаджиев перешел из самарских крыльев Совета в Анжи в августе 2013 года. До этого 68-летний специалист уже трижды работал в Махачкале. Именно он впервые вывел команду в высший дивизион в 99 году и занял с ней четвертое место. Кроме того, Гаджиев тренировал Раменский «Сатурн», Нижегородскую «Волгу» и входил в штаб национальной команды. И сегодня же гендиректор Анжи Магомед Исаев объявил, что руководство футбольного клуба Анжи договорилось с известным российским тренером Сергеем Ташуевым. Известно, что Сергей Ташуев тренировал «Салют Энергию» из Белгорода, «Краснодар» и «Спартак» из Нальчика. В августе 2013 года он был назначен главным тренером Донецкого «Металлурга».